Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Nokia G22. Сейчас мы разберемся, как ускорить наше устройство. Итак, для этого мы открываем недавно открытые вкладки и здесь нажимаем «Очистить все». Таким образом, мы очистим оперативную память нашего телефона, и он начнет работать немного быстрее. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!